Тебе, как и мне, пришлось в местах не столь отдаленных провести определенное количество времени. Мне больше, тебе вот меньше, слава богу. И вот какие у тебя впечатления, какого качества там люди, что тебе запомнилось, какие у них есть положительные стороны, какие отрицательные? Вот. Ну, знаешь, как мне моя супруга, глубоко уважаемая моя супруга, говорила, что я думала, ты ботаник, а оказывается, ты террорист. Вот. Ну, вот я в форме ботаника, в форме в очках, в форме журналиста зашел в камеру, где сидели люди, и начинаешь их воспринимать, как будто там все преступники. А когда сталкиваешься, когда общаешься, когда смотришь дела, то оказывается, представляешь, Дима, есть люди, которые действительно в наших СИЗО, в наших тюрьмах, их не подавляющее большинство, конечно, сидят совершенно, ну, абсолютно ни за что. Есть люди, которые сидят за что-то, многие признаются. И я в СИЗО встречал людей очень противных, очень мерзких, очень злых, очень обиженных жизнью. А встречал просто жемчужинки, просто алмазы. Люди с удивительной совестью, с удивительным переживанием жизни, с пониманием жизни. Самое удивительное, таких людей, которых, возможно, даже на воле не встретишь. Я помню, вот как ты зашел ко мне в камеру. Когда вот я еще находился в тюрьме, и как раз тебя, получается, вот завели. Вот первый день, я так понимаю, только тебя после ареста направили в СИЗО, и тебя направили вот ко мне в камеру. И вот, получается, на следующий день они уже поняли, что что-то не то. Ах, ошибка. И вот расскажи, как это повлияло вообще, в принципе, на все твое уголовное дело? Повлияло, конечно, повлияло, Дим, я тебе очень благодарен, потому как, ну, меня арестовывали, ты прекрасно это знаешь, меня арестовывали на третий день рождения моего сына, прямо в роддоме. То есть группа «Альфа» пришла в роддом и говорит, чуть ли не с оружием нашли кроватки новорожденного. Жена, супруга моя, она тяжелые роды перенесла, то есть она не может вставать, она лежит. Я единственный тот, который у самого потрясения, то есть у самого потрясения это, ну, немаловажно. Маленький ребенок... Не, ну я помню, ты заходил в камеру, ты прям шепотом разговаривал. Ну, конечно, конечно. То есть потрясение эмоциональное... И они специально дождались, то есть они дождались именно этого момента. И они пришли именно в роддом, второй Багунский роддом, и они пришли и говорят, и все, у супруги шок, у всех шок, то есть, ну, никто не мог подумать. А сделано все было так, что ты идешь, тебе сразу в КПЗ и сразу же арест. Никаких возможностей. Свой адвокат, который, как оказалось, была бывшая супруга СБУ. Ты представляешь, адвокат? Вот мы тебе государственный адвокат. А потом мы выясняем, что она супруга, бывшая супруга следователя СБУ, который говорил, а на что вы таки робили? Хороший адвокат, да? И ты теряешься полностью, у тебя выбивается все из ног, и ты, конечно же, так в эти первые часы они очень пользуются, и многие так давали признательные даже приказания даже на то, чего они не делали. И потом годами говорили, что под действием это эмоциональным и так далее. Я благодарен судьбе, благодарен Господу, что вот тюремщики благодарен, в СИЗО... Да, тупости тюремщиков. Да. Они по-человечески поступили. Они по-человечески. Они говорят, ну, они думают. Я понимаю их. Вот, ну, что мы будем там к разбойникам сидеть? Тут сидит интеллигент Василец, журналист. Давай журналиста к журналисту посадим. Пусть они себе там общаются, найдут общий язык. Все будет тихо, мирно. Не будет драк, ничего не будет. И вот, слава богу, я зашел к Диме Васильцу, и Дима мне, Василец, говорит, что ты не спеши говорить, вообще не спеши ничего говорить, лучше помолчи. И я впечатление того, когда следователь, мы тебе поможем, мы тебе все сделаем, может быть, условка будет, может быть, все будет нормально. Да, 4 статьи от 8 до 15 да. лет, мы тебе поможем. Мы тебе поможем, может быть, жена, вот скоро жену увидишь, а у тебя сын, ты хочешь его видеть, новорожденный? А у меня новорожденный первый ребенок и жена, которая не встает с постели, не может встать с постели из-за нее уж тяжелые роды. И, конечно, ты начинаешь психологически, так любой человек начинает как-то... Это единственный следователь, это единственный человек, которого как бы ниточка кажется тебе. И ты начинаешь с ним общаться, начинаешь говорить, начинаешь ему верить. А он этим пользуется.
Ну, слава богу, что Дима Василецкий говорит, не спеши говорить, я на следующий допрос приехал, говорю, вы знаете, я воздержусь от дачи дальнейших показаний. Вот, я не сказал, что мне Дима Василец это посоветовал, но потом как-то проговорился, что вот я в камере, вот у меня три, там Дима Василец. И следователь, кто? Василец? Ах. Как ты помнишь, на следующий вечер, в следующий вечер пришли, меня переселили в другую камеру, а в этой камере, в следующей, по тюремному хате, к смотрящему этой камере пришел человек интеллигентный, с галстучком, и сказал, не давай ему ни в коем случае не звонить, ничего делать. То есть...